Ну, вроде как рад приветствовать я вас. Я вас. Приветствуем мы с вами, дорогие зрители, капитана команды Кэтс, победителей нашего первого цикла хон-тура. Саша, здравствуй, с победой тебя! Здравствуй, Как спасибо. вы, потные победители, как вообще оно сложилось? Скажи мне, насколько был важен Алхимист Боунс, он же Мидас на пиромансере. Как вообще так получилось, что Моа почти не пригодился в пушах в последней игре? Барян доволен ли? Как команда вообще? Едет ли Генка в Таиланд? Вопросов. Ну, да, не знаю, последняя игра так легко сложилась, что уже минуте на 15 было понятно, что мы ее выиграем. Начали все ерундой страдать там. Кто что делает, что хочет, то и творит. То есть и Мидасы там, и Лотары на этом, ну, На для Моа. Бэкдора на самом деле, Ну, на понятно. Алке. На Волке Алатар, да. Конечно, для Гвидора. Это уже даже так же я сразу и сказал. Но вообще, на самом деле, конечно, меня лично немного разочаровала команда СВАГ чисто в проявлении Зилыча, потому что он просто плохо себя повел в команде. Это единственное, что меня минус морально в этих гранд-финалах. Хотя я понимаю, что что-то действительно параллельно с нами лаги шли эти последние парочку дней. Действительно замечались подлагивания, и они несколько раз были даже слегка решающими. Не уверен я, что выиграл бы он медок, если бы там якобы что-то не лагануло. Но минус моралиться и зрителям такой пример подавать, конечно, не нужно. Это мне не понравилось. Во всем остальном, я лично Свагов очень рад видеть в финале. Не знаю, как твое ощущение по поводу впервые, наверное, нового оппонента в гранд-финалах? Ну, они достойны финала сейчас. Я думаю, это финалы, ну, и мы достойны, на мой взгляд, были, и как раз-таки сваги. То есть они неплохие результаты показывали в группе, они там неплохо всех обыграли, по-моему, кроме нас и еще кого-то там, кому случайно проиграли. Ну, достойная команда, молодцы. Тоже отдельно хочу заметить, что кроме скилла очень высокого у ребят, у них достаточно хорошая организованность. И, пожалуй, только, собственно, вот топ-4 команды, да, и показали, что не опаздывают на игры все более-менее вовремя, практически, да, собственно, по-моему, все и без изменений дошли, в общем, в составах, да. Все везде поиграли, это, конечно, уже хотя бы как-то хорошо характеризует наш хоновский e-спорт, и я лично этому очень и очень рад. Какое настроение у тебя по поводу следующего цикла? Будете ли вы отдыхать неделю или наконец-то пробухаете, я не знаю. Ну, вообще в планах было у меня скататься в Москву в гости к карбюратору, К к Баряну. Баряну. Да, там дальше еще, может, куда-то, а тут, оказывается, неделя всего на это все. Пока еще точно не знаю. Тренироваться и вряд ли мы опять-таки будем, потому что у нас шаман непонятно откуда, ну, Кай. Он непонятно откуда он играет, он вроде как не может вообще играть в будни, там, на Инте это точно, а на горение особо не с кем. В общем, пока не знаю, что будет. Ну, будем готовиться к следующему циклу морально в пабах, каждый отдельно, личный скиллс тренировать, если это Что можно. будете делать с Генкой? Я лично очень волнуюсь. С Геной, знаешь, как я волнуюсь? В общем, он вроде как в процессе делает паспорт, опять подал документы, и вот на днях ждет ответа по поводу, сделали, не сделали ему. Если ему опять откажут, то уже, я думаю, мы будем в команды, наверное, скидываться как-то через деньги это решать. Ну, как-то что-то думать. Ну, в общем, хотим его дотянуть на Таиланд, а получится ли, не знаю. Ну да, это я думаю, что если у вас все так дела пойдут, то мы тоже, я лично даже буду максимально пытаться способствовать этому, потому что действительно хотелось бы за 2 года существования нашего турнирного, скажем, ресурса, что ли, наших турнирных игр, хоть раз отправить хоть какую-то команду в полном составе, потому что действительно пока что лучший результат это 3 из 5, да, если я не ошибаюсь. Нет, Почему? 4, 4 4, из у вас 5 мы 4. ездили. Да, Ну, вы вообще, ездили по сути, 4 мы из в 5. Таиланд ездили как 5 из 5. То есть карбюратор с нами уже и DreamHack съездил, а в итоге-то он вообще в котах остался. То есть, Да, если это, кажется, не кстати, 5 из 5 было. это очень важно, да, действительно. Ну, в общем, я очень вас поздравляю. Надеюсь, что 2000 долларов, если вдруг, тьфу-тьфу, сильно надо будет Генчику, вам все-таки на команду-то хватит спасти вашего пятого и отправить каким-то образом его наконец-то за границу этого перспективного ханера. Вот, ну, я очень рад за вас. Это ожидаемый результат, но от этого не менее крутой он, по-моему. Спасибо. Спасибо, Саш. Ждем, очень жду в следующем сезоне. И надеюсь, что вы хорошо отдохнете, соберетесь и будете радовать нас классными играми и дальше. Ну, а так вообще, назначаю всем встречи в Москве. Я думаю, что там тоже можно организовать отменное празднование этого турнира. Окей. Так, Ну, кстати, еще нет, один нет, нет. постскриптум, пожалуй. Знаешь, вот как ты вообще думаешь, как тебе вообще хон-тур? Это же первый хон-тур в СНГ. Вот первый сезон закончился, первый цикл закончился, вернее. Твое мнение о мероприятии в целом? Ну, как бы мероприятие неплохое, но мне кажется, оно маленько долго идет, можно его как-то цикл до 2 недель, по-моему, 3 недели, да, он сейчас шел. Да.
как-то до 2 недель его можно, думаю, группово отыграть, и оставшиеся тоже за 2 недели его скоротить. Оптимизировать чисто сроки. Да, вообще, но я, тем не менее, доволен. Достаточно неплохо, чуть больше денег. Ну и как бы перспектива гранд-финалов, пожалуй, я думаю, ну, самое интересное. Главный плюс вообще, конечно. Очень. Надо воевать за него. Тем Хорошо. Более, ты единственный, собственно, да, представитель, вы, вернее, ваша команда, которая уже побывала в Таиланде, да, и вы, я думаю, точно хотите туда попасть еще раз. Я не прочь вернуться, съездить еще было. В принципе, неплохо съездили. Да, отлично. Я тоже так надеюсь, что опять еще повторится это событие. Ну окей, все, счастливо, поздравляю, пока. Всем пока.